Новости. Кто ищет, тот всегда найдет. А на ярмарке вакансий найти работу можно, не прилагая особых усилий. Здесь более 150 работодателей представили 9000 предложений на любой вкус. Вот такая редкая профессия – артист-кукловод. Много ли уже желающих? Ну вот на сегодняшний момент, по крайней мере, 4 человека мне заполнили анкетки. За какое время? Ну, буквально вот за час. Хоть кукловодом, хоть строителем, главное, чтобы в большом городе и для вас на ярмарке найдется работодатель. Компании из северной столицы всерьез заинтересованы в ставропольских специалистах. Участвуем в ярмарке вакансий не первый раз. В прошлый раз мы также представляли работодателей Санкт-Петербурга. И у нас на ярмарке заполнило 10 человек анкет, 3 человек уже трудоустроены. В Санкт-Петербурге? Да, в Санкт-Петербурге. А вот Кристина Григорян просто мечтает работать по специальности. В каком городе – вопрос второстепенный. Однако это оказалось не таким простым заданием. В Ставрополе социологов хватает, да и вообще профессия непопулярная. Все надежды Кристины на Крым. Сейчас буквально с соседнего столика я пришла и выяснила, что работа социолога есть только в Тверской области с зарплатой 15 тысяч, поэтому хотелось бы найти что-то там. Думаю, зарплаты там будут неплохие. Прямо на ярмарке участники проходили видеособеседование с работодателями Москвы и Крыма. Впрочем, за первый час работы в очереди в основном парни. Здесь набирают участников на строительство Крымского моста. Но больше всего вакансий, конечно, от местных работодателей. Причем в этом году особое внимание специалистам с ограниченными возможностями здоровья. Предложения для них занимают один из 5 залов. Вообще в банке вакансий города есть более 100 рабочих мест под квоту. Но многие из них долгое время не пользуются спросом. Может быть, они не востребованы из-за низкой оплаты труда, потому что это в основном бюджетные организации. Они здесь представлены. Еще губернатором Ставропольского края дано поручение создать дополнительные рабочие места, может быть, более интересные. Замминистра труда и соцзащиты края рассказал, последние годы уровень безработицы в регионе снижается. В Ставрополе этот показатель 0,6 от общего населения. Это ниже, чем во многих городах страны, но расслабляться нельзя. Вот как только мы сможем каждому помогать, кто к нам пришел, а сейчас пока это 6 человек из 10, 4 человека сразу работу не находят. И не находят ее очень длительное время. Продолжительность безработицы в крае достаточно еще высокая, она 4 месяца. В такой тройной связке мы, государственная служба занятости, работодатели и граждане, которые готовы, могут и хотят это сделать, только такой ключевой связке мы с вами добьемся цели. Ярмарки вакансий в этот день одновременно прошли в 32 городах и районных центрах края. Особенностью проекта стало участие не только готовых специалистов, но и школьников. В специальных мобильных автобусах ребята смогли пройти тесты вместе с психологом, определиться с профессией, а затем ближе познакомиться со ставропольскими вузами. Впрочем, подобные ярмарки уже доказали свою эффективность. Организаторы подчеркнули, встречи горожан с работодателями на Ставрополье станут традиционными. Мария Жирова и Александр Погожев, АТВ «Ставрополь».